Привет! Это неизменно лучшая рубрика «Стартап Research». Только здесь ты узнаешь о самых невероятных мировых начинаниях и изобретениях. Завтра они могут стать мейнстримом. Будь в курсе новинок уже сегодня. Карманная складная клавиатура FlyShark 2 предназначена в первую очередь для любителей вести дела посредством смартфона. Сенсорная клавиатура таких телефонов, как правило, не предназначена для набора длинных текстовых документов и электронных писем. Поэтому иногда возникает потребность в портативной физической клавиатуре, которая всегда могла бы быть под рукой. FlyShark 2 является доработанной версией предыдущей модели FlyShark. Вес новой клавиатуры стал значительно меньше. Она стала быстрее реагировать на действия пользователя и дольше работать. Батарея устройства рассчитана на год активного пользования. Клавиатура совместима с девайсами под управлением Windows, Android, iOS, с которыми синхронизируется через беспроводную связь Bluetooth 4.2. Последний обеспечивает стабильное и безопасное соединение при минимальном потреблении энергии. Также был существенно доработан дизайн устройства с целью достижения большей эргономичности и приближенности FlyShark 2 к привычным ноутбучным клавиатурам. Проект был анонсирован на сайте Kickstarter с заявленной суммой $30,000, которую необходимо собрать для его запуска в производство. Спонсоры, чей взнос составит не менее $39, станут первыми обладателями этого девайса. Изобретатель из Лондона Филипп Кэмпбелл разработал уникальную модель кольца для совершения бесконтактных платежей. Проект под названием Curve был выдвинут на сайте Kickstarter. Для его реализации необходима значительная сумма в 77 тысяч фунтов, на сбор которой отведен месяц. Кольцо для бесконтактных платежей Curve не требует подзарядки и синхронизации с мобильным телефоном. Оно водонепроницаемо и сделано из прочного материала, устойчивого к царапинам. Сам разработчик описывает преимущества своего изделия так. Носить с собой кошелек не всегда удобно или практично. Это относится, например, к велосипедистам, спортсменам, посетителям пляжей и людных дискотек. Именно для таких людей, ведущих активный образ жизни, и было разработано кольцо Curve. Все ценные предметы, которые так легко потерять или забыть, можно оставить дома. Нужно оплатить покупку? Проведите кольцом Curve над терминалом, и дело сделано. 38 миллионов терминалов для бесконтактных платежей по всему миру позволят ни в чем себя не ограничивать. Спонсоры проекта, чей взнос составит не менее 25 фунтов, станут первыми обладателями необычного девайса. С появлением технологичных термостатов контролировать потребление энергии при нагреве воды не представляет особого труда. Однако куда сложнее отслеживать расход самой воды. Для решения данной проблемы была разработана умная система измерения под названием «Fluid». Счетчик Fluid способен отслеживать объем воды, которая протекает по трубам и используется различными устройствами в доме. Прибор поможет владельцам контролировать расход водных ресурсов и дознать о возможных протечках. Управлять им можно будет через сопутствующее приложение для смартфонов или планшетов с операционной системой Android или iOS. По словам разработчиков, их изобретение открывает новый этап в отношении потребления воды. Теперь жильцы частных домов и квартир всегда будут в курсе, где, когда и как они расходуют воду. Подключить систему Fluid можно самостоятельно. Достаточно защелкнуть прибор вокруг главной трубы в доме, включить в розетку и установить связь с домашней сетью Wi-Fi. Умный водный счетчик выставлен на сайте Kickstarter. Для запуска проекта необходимо набрать сумму в $95,000, а только за первые 48 часов уже было собрано более 30 тысяч. Первым спонсором проекта предлагается значительная скидка на устройство, чья розничная цена составит $299. Впечатляйтесь новыми технологиями и идите в ногу со временем. Это был Startup Research.